Доброе утро, добрый день, добрый вечер, мои уважаемые и любимые подписчики. На дворе уже без пяти минут лета, и, конечно, для своей игры, как GTA San Andreas, GTA Samp, я хотел бы сделать одну из красивых сборок, в которую я буду играть, наслаждаться, стримить и еще что-то. Ну, естественно, поделиться ей с вами, если вы ее захотите, конечно же, скачать. Сборка получилась вполне себе добротной и, конечно же, скорее всего, действительно не для слабых ПК, но вы можете, как обычно, ее загрузить, ведь это же все-таки бесплатно. Ну и не забывайте, что самые лучшие комментарии попадают в следующий видеоролик, а если ты зарегистрируешься на никнейм Solomon Empire на Arizona RP Brainburg, ты получишь от меня целых 500 тысяч вертов. Ну и чтобы не отвлекать всякой болтовней, давайте-ка приступим ближе к делу. Я постарался сделать одну из самых красивых сборок Сампа и для GTA San Andreas в стилистике лета. В этой сборке много новых эффектов, которые выполнены в LQ, ну еще немножко среднего качества. Но они не выделяются из общей атмосферы самой игры. Также и новый ганпак, а то я уже забыл, когда я добавлял новые ганпаки. И, конечно же, помимо ганпака, здесь присутствуют новые звуки на автомобиле и на оружие. Вот пример звуков оружия вы сейчас можете услышать. Я решил немножко переделать худ и сделать его в такой стилистике, как стандартная GTA San Andreas, ну почти стандартная. Но если вам все-таки не понравится такая стилистика и вы хотите как-то стандартно, просто в папке удаляете интерфейс editor.asi и все. И у вас имеется стандартный худ. Но в принципе, карта, которая похожа на стандартную, но немножко она, естественно, имеет более насыщенные цвета. Ну и, конечно, я заменил фист на стандартный, ну почти что на стандартный. Ну и подкрасил цвет денежек. Помимо этого, очень много различных дорог изменено, они очень мне понравились, я долго такие дороги искал, и теперь я добавил их в эту сборку. Ну и самым главным козырем, конечно, этой сборки является ENB и TimeSus. Я очень долго искал, наконец-таки, замену того ENB, который мы используем, и вроде как вот и нашел, он реально очень красивый, сочный, хорошо настроенный, и, конечно же, требует не так уж слишком много ресурсов от компьютера, в принципе. Если его настроить хорошо, то, соответственно, он даже и для слабых ПК этот ENB подойдет. Помимо всех изменений, я, конечно же, добавил свой карпак в эту сборку, которую вы можете также скачать отдельно, если вам как бы не понравилась сборка или вы хотите просто отдельно. В подсказках вы можете найти этот самый карпак. Здесь заменено очень большое количество автомобилей, поэтому даже если вы катаетесь на какой-либо рухлите, машина будет выглядеть подобающе. Причем эту сборку я делал для своих зрителей, чтобы вы могли насладиться геймплеем на Arizona RP, на другом любом сервере, вне зависимости от того, где вы играете. Поэтому, если вам, конечно же, понравилась эта сборка, ребят, поставьте свой лайк, расскажите друзьям, естественно, подписывайтесь. Может быть, каким-то образом мы набьем здесь 100 тысяч подписчиков на канале. И если вы досмотрели до этого момента, пишите в комментариях «сбор очка». Так я буду знать, что вы досмотрели до этого момента. Ну и, конечно, скачать ты ее сможешь в ссылках в описании. И самое главное, если у вас она не запускается и пишет какие-либо краши, то вам необходимо сначала запустить такой файл, как startup/sam.bat, и после этого вы сможете нормально запускать эту сборку без этого бат-файла. Вроде все сказал, ну и приятной тебе игры.